Міллі, Марк Міллі сказав, що без американської допомоги на Україну чекає смерть. Може бути захоплений навіть Київ. Чи погоджуєтесь ви з цією оцінкою? Если вы сказали, что были говорить, что без американской помощи смерть ждет Украины, то я понимаю. Так. Я не совсем согласен, но я говорил уже 2 года. После, скажем, 1 месяца громадного российского вторжения на Украину, что если американская помощь продолжается, в конце концов, Украина выйдет Украина победит в этой войне. Но если наша помощь исчезает, возможность российской победы нельзя исключить. В этом я согласен с Эмилией. Вы можете еще воевать, но если мы не одобряем этот пакет помощи, скажем, через несколько месяцев, ситуация в Украине станет гораздо хуже. Якою буде ця ситуація? Як в такому випадку може виглядати, ну, перемога Росії чи поразка України? На мой взгляд, если американская помощь не уменьшается, война может длиться довольно долго, но вы будете победителями. Но если мы не только продолжаем нашу помощь, но мы посылаем вам нужную военную технику, которую администрация Байдена еще боится посылать, не готова посылать, вы можете победить над Россией быстрее и даже гораздо быстрее. Просто той же Міллі каже, що якщо Путін захопить Україну, він піде далі і під загрозою опиниться увесь світовий порядок. Що це означає? Як далі, як далеко може піти Путін в разі поразки України? Моє розуміння таке, що ціль Путін взяти Україну під політичний контроль. И после этого двигаться дальше на Запад. Если, как Байден сказал, и как даже спикер Джонсон подтвердил, если Путин становится победителем в Украине, нам нужно опасаться Прибалтику, Польшу, Румынию. Поэтому чрезвычайно важно для американских интересов дать Украине всю нужную помощь, включая передовую военную технику, чтобы вы были победителями. Но, на жаль, это не понимается, скажем, среди хоть небольшой частью Республиканской партии, так называемый Freedom Caucus. Они в этом не разбираются, не понимают американские интересы. Як, на вашу думку, вони бачать ситуацію в Україні, яка склалась і яка може скластись без цієї допомоги? Ну, є много непонимання ситуації в Україні. Многі говорять, как будто ваше контрнаступлення не получило никаких успехов на прошлом году, і вони как-то обвиняють Україну в этом. Во-первых, они правы, что вы только освободили несколько сот километров своей земли в прошлом году. Но вина за это лежит не в Киеве, а в Вашингтоне, потому что мы не посылали ту нужную военную технику для больших успехов в вашем контрнаступлении. Но нельзя говорить о вашем наступлении без ссылки на Черное море. И там вы добились громадных успехов. Вы изгнали русский флот из Крыма. Вы освободили не только западную часть, но тоже центральную часть
Чорного моря від російського флоту. Ви зновили посилки свого зерна із Одеси. І це була велика перемога. Пане Гербст, а як довго може тривати оця ситуація? Бо зараз йдеться про те, що, можливо, кінець березня або початок наступного місяця, квітня, може бути винесено на голосування цей пакет. Як довго це все може тривати, за вашою оцінкою? Я ожидаю одобрення цього пакета в Палаті представителів. Но это деликатный политический вопрос. Джонсон понимает важность для американских интересов послать вам помощь. Но он под угрозой небольшого числа республиканцев в Палате представителей, которые, опять, наивные люди не понимают угрозу для Америки от Путина. Они хотят прекратить эту помощь, и они готовы снять Джонсона со своего поста, если он дает на голосование этот пакет. Но есть вторая процедура для голосования, чтобы дать возможность голосования. Это петиция discharge. И если большинство представителей в Палате представителей готовы подписать эту петицию, то будет голосование. И мы знаем, что почти все демократические представители готовы подписать это. И мы знаем, что господин Мако, глава Комитета по международным делам, республиканец, готов. И другие республиканцы тоже готовы подписаться. Поэтому, на мой взгляд, мы увидим одобрение этого пакета. Но процесс сложный, процесс медленный. И, наверное, длится этот процесс 5, 6, даже 8, 10 недель. Пане Гербст, а яка у цьому всьому роль Дональда Трампа? Його зараз, він хоче стати кандидатом республіканців на наших президентських виборах. І він пользується великими успіхами в своїй кампанії. І його сторонники в Палате представителей, в Сенате, они считают, что они хотят посылать Украине помощь. Поэтому его влияние работает против нужной американской политики в этой войне. Но он сам пока не выступает против посылки помощи Украине. Его сын так и говорит. Опять, некоторые представители в Палате представителей так и выступают. Некоторые сенаторы так и выступают. Но Трамп сам этого не говорит. И его бывший министр иностранных дел, госсекретарь Помпео, уверен, что Трамп хочет прекратить помощь для Украины. Поэтому можно сказать, что как-то его влияние работает против посылки, но он сам не высказывается. И нельзя делать вывод о том, что он сделал бы, если он стал еще раз президентом. Ну от завтра у США так званий супервівторок, так, день, коли найбільша кількість штатів, в найбільшій кількості штатів будуть проведені праймері з 15 штатів. Чого чекати від завтрашнього дня і що може в цьому питанні, чи в питанні голосування, чи може щось змінитись залежно від результатів завтрашнього, но завтрашніх праймерів? Неизбежно, що Трамп пойде вперед завтра. Он добьется настоящих, хороших для него результатов. Но я не знаю, готова ли госпожа Хейли послезавтра, как сказать, пойти из этой кампании и просто сказать, что вот Трамп будет кандидатом Республиканской партии. И это тоже влияет на ситуацию, потому что, несмотря на то, что она не может победить над Трампом в этой кампании, все-таки довольно много республиканцев предпочитают ее Трампу.
І було б краще для Трампа, якщо він хоче стати президентом, смиритися з нею і з її сторонниками. Тому що якщо він сміється з ними, можливість його побідити над Байдена уменшається. Тому то, що вона продовжує свою кампанію, це робота, я сказав би, нужну сторону для американської політики в війні в Україні. Пане Гербст, ну тоді останній момент. Ви сказали, що Дональд Трамп мовчить поки що з цього питання, але він не може ж мовчати до безкінечності, тому що це питання, яке хвилює американський політикум загалом. Тож, коли він висловить, на вашу думку, коли він скаже своє слово і якою може бути його позиція? Я не думаю, що він повинен висказати це точно по цьому вопросу. Он хоче стати президентом, і он делає то, що по йому, по його мнению, помагати йому. І он може продовжати говорити то, що он уже говорив, що якщо б він став президентом, он може прекратити цю війну через 24 часа. Он може сказати Україні, вам нужно делать компроміс, якщо ви не делаете компроміс, ви не получите нічого від Америки. І он може говорити Путину, що якщо ви не готові прийняти компроміс, я посилаю все оружие, яке Україні нужна, яке Байден опасається посилати. І на мой взгляд, це служить його інтересам. І якщо він так і виступає, ми не можемо, як сказати, з точністю робити вивод о його політиках, якщо він стане ще раз президентом. Дякую дуже, пане Гербст, за роз'яснення, за ваше бачення ситуації. Джон Едвард Гербст, американський дипломат, п'ятий, надзвичайний повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру імені Патрічіу при Атлантичній раді США був з нами на зв'язку.